Если можно каждый голосовать. Не, если второй аккаунт у тебя. Ну, я видел людей с скопленным навсегда. Ну что, просто не парится, да? Просто рука лицо. Короче, этот... Фанзера, ты раздаешь каски? Хей, Вов, ты раздаешь кулаки? Зер... Блять. Короче, третий пауэр раздает МП5. По бафам давайте быстрее. Времени тяните сами себе. Чё, давайте я на троих Мишка, вот этот, четвертая пати. Прикинь, у нас двое Мишек, четвертая ну, пати. Ну тогда на В, который. Кулак дать типа, по медведям, пожалуйста. Давай лучше панзер. Вот. Метка звезда возьмешь трех левых, второй Мишка возьмет двух правых. Ну как хотите. Я просто этого танка знаю, блять, то, ну, что. Ну ладно. Есть. Давайте, где каска? Каску не вижу. Дайте фул баф. Пройду фул баф. Кулак по медведям дайте, пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо. Мне чего-то не хватает. Чего я даже я не тоже могу этого понять. Мишку знаю, у него 70к хп. С волей и выбора. Я знаю, чего не хватает. ДК дайте горн. Горн свой дайте, ДК. ДК. У нас один ДК, блять. И тот аутист. Сука. Ждем. Если что, играем по метке череп. Шаманы, здесь есть хоть один шаман? Блять, гео походу давать некому, да? Да чё, давайте пулять, что ли? Где же шаман? У меня лапки да чешутся, мешачи. Чё, подожди. Гребень какой-то. Гребень. Подождите. Гебриел. Голова рыбья. Не, надеюсь, шаман здесь. Горна, кстати, так и нету. Ладно, короче, сейчас добавим пулы. По атаке танки начинают. Дайте поставить, сразу не бейте. Играю в метку череп. О, нихуя, горн дали. Поехали. Дайте гем сразу. Ну, шаман не здесь. По-моему, лишний здесь уже стоит. Сами стаунтили. Мишка, потом подойдешь, я короля отведу, а то это утянуть будет с пол шамана. А, не, не надо. Блять, у нас один ДК, это хуёво. Для ЭК будет хуёво. Короля, когда убьем, сразу не бегите, я шмотки заберем, разловим. Просто...
пульте дальше, дальше. Ты кафтанка, что ли, заделал? Кто? Какой? А. А, все понял. Мне так учился, что вторая мишка испытывает свою силу. Что-что? Я говорю, такое чувство, то, что ты испытываешь свою силу там. Ведь страж сагрели он. Я не испытываю, я знаю свою силу. Там уже некоторые люди сразу полюкли как. Ну это их проблема. Ну, пойди. Ну да, знаю, конечно. Проблема есть. Конечно, если ты дамажишь и срываешь игру, это твоя проблема. Для тех, кто не играл с классики или с БК, это не понять. В классике это на асфальте, который рисует. Заберите с меня. Здесь невозможно не срывать. На агреле, блядь, себе. ДПС втрэш. Угу. Ну так надо на пул давать, вон 5 хантов, 6 рок в рейде. А роги не дают на пол. Нет, роги дают на пул. Это не у них прерогатива. Я как рога официально заявляю. Значит, офиговый рога. Ах, звездочка МТ, печеньку ОТ. Все на полу в звезду отдаются. Блять, напишите кто-нибудь. Ерогас, подожди, подожди, там, по-моему, поднимает человек. Вас слышишь, могу в соло потанчить, если умнишки из ДД спектр. Да нет, вот да, не собран пока. Да похуй, так убьем. Если у тебя скажите, есть ДД, я бы потанчил. У меня есть фил. Ты, да. Он от, ты не осилишь в соло, вот он осилит. Я осилил. Я уже осилил. Че, давайте, короче, начинайте. Скажите этому учебному шаману, чтобы он гел дал в начале катанг поставил. Давай, начинай. Без ДБМ пула здесь. Звезда начинает, не печенька. Дайте Геро, пожалуйста. Спасибо. Дайте на всякий случай сальву повару. Третий по агро после танка. А, да заебись. Ммм, третий по... Второй уже. Дайте сальву по узелину, паладина. Да ничку, не сдохни. Спасибо. На Пимаса на пульте. Блядь, Рога, нахуй ты подходишь в упор, Алёша, ебать. Вы подтыкаете, если всё хорошо. На Пимас, пожалуйста, хан. Ты можешь. Кого? Пимас. Все ДК будто специально горный дом. А он отбитый какой-то.
меня из-за того, что горна не висит, мне крита не хватает, и у меня ранец. За это у меня ДПС не 15. У тебя шлем есть? Нету. Я без шлема 15, да. А какие тринки? Зов и выборгер. Бля, я не знаю, как ДК бьет у них по ротации, блять, есть вот эта хуйня, Горан. Если не ошибаюсь, я не знаю, как он. Вроде нет уже. Нет, а мне... Кто-то говорит, у них есть в ротации, кто-то просто его не знает, блять. Я вот на себе Горана не вижу, блять. Я стою возле ДК. Тем Сиросом, по факту, вообще у ДК ротации нет. Больше, чем хочешь, блять. Не, вот... Допустим, у Вара она такая, как была ротация, такая. Не, ну Фаргоносят я понимаю. 4 Т4. Так, что ДК тоже не носит. 4 Т4 носит рога? 4 Т4 рога носит. Только 4 Т4. Летите на следующего боя. Пиаст из земли нужен кому? В боссе видит кто-нибудь его? Кому дать? По-моему, только вот мастер видит. Давайте, если его сейчас будет кто-то видеть, давайте сделаю вот так. Давайте вот так сделаю. Кто выронит, тому вот мастера там. Отдам он, блять, возьмет его. Так а зачем он нужен? Это будущие квесты, мне говорили. 25, 22. Ранды, блять, без. ДК забирай, я тебе дал лутер, забирай. Минус кров. Где горн? Он не хочет забрать? Ну ладно. Отдаю, отъезжай. Да не, мне оно не нужно, если только нахуй одеть. Я просто паролил. Ну, рофл хотел написать. Он может его вообще забрать? Увидит его, нет? Да, вообще его не видно. У меня его нету, но я его и... Понятно. Тогда поехали. Только у Рэлла, походу. И Коня, да, будет еще вас? О, нет, десятку я соберу там. 25-ку я не пойду в пизду, блять. Десятку возьму, ну тебя я возьму. Ты потанчишь в соло. Со мной хант еще. Ну и ханта возьму. Ну сам понимаешь, да, какой? Да. А с хантом еще там хант. Лежа. Сейчас приду. Блять, крита вот реально не хватает без горна. Немного свой билд поменял. Крита поменьше стал, апа побольше стал. Не хватает. Для раги. Если не дает человек. Ты шлем собираешь? Угу. Сколько, сколько? 14. Не, на том, когда начал собирать. Ну, точнее, вот получается вот... Хотя не, погоди. Я сейчас даже число скажу. Короче, с 26-го я начал его собирать.
по-моему, если не ошибаюсь. У меня 14 осколков осталось. Ну, я собираю 2 КД, типа. Ну, сейчас третья пойдет. И то, там, 1 КД я собрал с пугами, целка 25 оп. И все. В хренке не собирал, на той неделе я скол. Сам ты гей. Варальный гей, вот пара, может, я соглашусь, и ДК, может, я соглашусь. Да, все вы там, двуручные. Я люблю надирать. Люблю одноручные. Перебонькайте там на арене свои ШМ. Ну, я и без ШМ 2.2 взял. 2.2. Без ШМ перебонькаю, да? А чё такое 2.2 на вирусе? Это как на АТ раньше было, до 1300 с 1500 слиться. То же самое, что это 2.2. 2.3 было. Немного подслили. Да тима не самые удачные с Рошам и Арене. Да Рошам такое. Да не, нормально, там просто сейвиться надо уметь прям сильно. Там диспелла нету. Да и похер, что там диспелла нету. Там есть, в принципе, диспелл, но он такой, посредственный. Слабенький диспелл. Ну да, ну там зато БШ, Гера, размашистый удар и все, на выход сделай. Я, кстати, не понимал никогда смысл нажимать размашистый БШ. В чем прикол? Ну а ты просто нажми размашистый БШ и по манекену, по одному в соло цель ударь. Допустим, 20 сделаешь, да, а без размашистых ты сделаешь 15. Ну, короче, там копит. Удары. Хочешь сказать, больше урона выходит? Да, кстати, вы тоже чистите, пожалуйста. Я тоже думал, что за хуйня, почему, что за бред какой-то. А потом по мне, короче, нап мой дал, и я понял, почему он юзает размашистые удары. Просто у меня глиф не вписывается на размашистые. То, что я играю с глифом на подрезание сухожилий. Он иногда пиздец решает этот клип. Пять плюсиков, ну-ка бы поехали. Хотя нет, пока что не надо, не плюсуйте. Возле этого сделаем. Блять, и ДК бомжей по-любому не знаю. ДК, ты в дискорде? Отзовись. Ну, ДК, наверное, не додумается дать бомжей. Напиши просто ему. Напиши ему ДК бомж, а потом... ДК бомж. Сука. Ну не, блядь, реально крита не хватает. Где нахуй горн, блядь? Да не, там же только ван холли юзается эта хуйня. Да, ну какая-то простя тоже для набора рун десяточка. Какая хуй разница, все равно Гурон должен по КД отдаваться. Ну типа, да. Если, блядь, ты в рейде, один ДК, нахуй, да, два будет минус грунт. Да, так, такой еще, знаешь, есть вариант, как бы это ж Сирус, ну, типа... Все можно списать на то, что это Сирус, ну, ладно. 80% даунов просто лоу-скильных играет, просто где-то таких. Да, мне, кстати, говорили, блядь, я меточки поставить не могу, ты сможешь поставить хил? Хилпанза. Меточки. Ну, да. Я просто метки поставить не могу. Я тебе дал помощника, поставил вот эти меточки, которые висят здесь. Тайлок нам. Конфликт. У меня тоже конфликтует, блядь, постоянно. Подождите, может трэш будем. Здесь один моб. Трэш. Мы же не собираемся сразу с босса пулять. Потому что если метки не поставятся, может писать. Это не из-за Траша, это из-за конфликта аддонов. Я ей сейчас, подожди. Релот, напиши, и все. Не релох, а релот. Поможет. Я через АЦП перезагружусь. Ща, перезагружусь, 5 плюсиков поставите, я вас на кубы поставлю. Так,
Надеюсь, сейчас все заебись будет. Вот. О, он уже поставил, да? Угу. Окей, 5 плюсиков на кубы. Поехали. Да, это поставил ворот. Ой, я даже знаю, у кого поставить. Вот раз, поехали. Ардыночка. Два. Еще 3 плюсика. Так. Я что-то найти его не могу. Дарк, ты какой пати? А, все, вижу, 4. Еще 2 плюсика. Два плюсика на кубы. Блять, говорил, зайдите в Дискорд. Этот Хилпанзер, мы чё, блять, вот 2 танка будем на кубах стоять. Одного танка я уже поставил. Отъезжай, ты в Дискорде же. Давай, короче, ты на куб. Ты, блядь. И, блять, инопланетянин. Ты в Дискорде? Инопланетян, блять. Кто может. Пасик в Дискорде, зарзарел. Да я ни разу не стоял на кубах. Нахуй с вами, я сам постою. А то можно будет пофакашить. Распределитесь по кубам. 6-й пати я поставил специально. Кто 6-й пати, те кубы. Встаньте возле кубов, я на вас метки поставлю. Без разницы, на любой куб встаньте. Кружит. Давайте на череп. Сейчас. Поехали. Я на печеньку встану. Еще 3 чела, которых я поставил на кубы. Вот ордыночка стоит на луне, вижу. Еще 2 чела. Это кто? Это отъезжай и Дарк. Ты куда? Отъезжай тогда на трусах постой. Дарк, ты у нас постоишь на. Ну ты понял. Все. Куба! На, и танки на позицию. Надеюсь, никому ничего рассказывать если не надо. Ой, танки уже спулили. Интересно. Дайте печатать. Бля, я в этом мясе нихуя не понимаю. Видите, то, что кастует сбивать. Напишите только, чтобы бомжей дал. Слушай, ну ты там только анонс, а то я дал. Бля. Смотри, дописали ДК, дай бомжей. Я один бомжей не вижу. Есть же вроде. А, во, вижу, все. У тебя фулл рейд бомжей. Поверь, в том числе и ты, кто это сказал. Кто бы я ты? Верю. Я сказал фулл рейд, а не все, кроме меня. Ладно, я с первой помойки номер, ты с какой номер? Давайте стали по кубам. Кубы можете просто слакать без вас. Без вас ДПС. Просто можете стоять на кубах и слакать. Главное, на пульте звезду и все. ДК Горм дал, кстати, охуеть. Он, наверное, раз. Ты ДПС не дашь. Не, ты ж на кубе стоит. Ну я об этом и говорю. А чё я тебя на БГ, кстати, не вижу? Типа, мне даже ебало целое остается. Меня? Да, то есть я выхожу на БГ, и мне его не рвёт Ватерин, понимаешь? Бывает. Я иногда, я сейчас такой раз, 3 раза побеждаю и в пизду это БГ заебал. Чё ты далеко его видишь куда-то? Мелики смогут бить. Боже, как. Посадки. Есть у кого ДБМ вообще на этого босса? У меня нет ДБМ на этого босса. Есть. Будете говорить тогда до скольки, типа? Через сколько показано? 35 секунд. Надо бы скачать ДБМ вообще идеально. Левый чат, он анонс. Я вижу.
этот Мишка, который Хилл Панзер. Гильда много поносит? Нет. Сейчас каз будет. Майна, сейчас нету летом. Каз 10 секунд. Кубы на готов. На готовность ждите. Каз. 6 секунд. Прожали. Держим, Геру дайте. Геру! Сука, шаман не в дискорде. А, в дискорде. Ну, сидите, бейте. Кубы может побить. Секунд 40. Чё, после пока этого ИК? Можем пожег. Да, после этого ИК пойдем. Потом Оньку десятку соберу. Угу, я танканусь уже Оньку десятку. У меня уже есть танк на Оньку десятку. Ну, второй будет. Нахуя два танка, Вони 10. Ну а чё, у него второго спека нет? Я говорю, пошли тем же рейдом 25-ку убьём. Здесь люди некоторые в ИК не пойдут, то есть, допустим, мне Пал писал, то что в ИК не... Сколько до коста? 20 секунд. Кубы, встаньте на готовность. Там после откидывания будет. Там откидывание каст, по-моему. Стойте, ждите, сейчас откинет, потом каст будет. Блять, я уже зашел туда. Надеюсь, КД не повесилось? Да нет, вроде не повесилось. Ждите. Каст. Пожали. Держите. Блять, тут баг появился на этом боссе, короче, когда пожимаешь, на тебя КД не вешается, и ты вроде его нажал. Ага, но только ты его нихуя не нажал. Не, я нажал его, у меня держался же. Да? Угу. Я же говорю, баг этот есть, блядь. У меня не КД, и пожалуйста, и держался. База. Че? Ставь меня больше на магику. У меня миссает, я ярость не могу набрать. Окей. В следующий раз пойдем снова. Не буду ставить. Я про обычку имею в виду. Ну я понял. Сколько КД каста? 8 секунд. 18. Вру, на позицию. 18. На позицию, КБ. Ждите, сейчас каст будет. Наверное, последний. 5 секунд. Блять, вот у меня не пишет. Ой, я нажал сразу. Каста еще нету. Ебать. Встаньте кто-нибудь. Да. Куда? Каст куда будет, говорит? Будет, будет. Каст, прожмите. Быстрее. Блять, нахуя ты нажал? У меня написано сразу, у меня до вспышки одна секунда, я и нажал на. А ты не можешь во фрейм босса взять? И смотреть команде на каст босса. Есть команда РЛ такая, замечательная. Есть такая фигня, нажимаешь на босса правой кнопкой запомнить цель. И как только там начинается стали, каст, побежали. Сразу нажимаешь. Да, я знаю. Ну так, блядь, зачем нажимать, когда коста нет? Нажал, нажал, скажи, что там такая метка заменила. Так трусы там рядом были, никто и не заменил. Просто не занимайтесь хуйней, я скажу, как нажимать. Не с на то пошло. Встали возле. В комнату пока не заходите. Побафаемся. Ждем всех. Так же стоим, как и стояли. Ничего не меняется. Ссылка будешь на этой неделе собирать? Я с рейдом пойду. Не с гильдией. ХМ, что ли? И обычка, и ХМ. Я пошел с пугаем, потому что я не мог осколки собирать. В гильдрайде. На эту неделю должен. А с очередь, что ли, там? Угу. Давайте бафы быстренько потыкайте, там сейчас два человека добегают. Давайте быстрее. Не тяните ни себе, ни мне время. Давайте каски, кулаки быстрее, ребят. Каску не вижу. Давайте быстрее, быстрее в темпе. От ДК горна не вижу, кстати.
ману поставить, а тем на ловкость. Зачем ставить тотем, когда есть ДК? Который может забыть дунуть свою кожаную дудку и все. Дудку. Все в комнате? Пуляйте. Любители поиграть на трубе. Если все в комнате, пуляйте. Я, конечно, не знаю, чья это кожаная дудка. Но, наверное, знать не хочу. Всегда знал, что ДК педики. Напишите, что был бомжи, да? Не-не, только дай пока. Конечно. Я за ДК сижу, играю, понять. Что делает мне хуйня. Я похож на человека, который не играет не только... Блять, похильте, пожалуйста, поднимите. Разве не похож на того человека, который все время играет только за... Говорится, хардкор. Все, стали по позициям кубы также стоять. Я буду говорить, когда нажимать. Отъезжай, нихуя, блядь. Ты начинаешь крутить БШ, и в тебя все свичают. Ты крутишь БШ, и тебя убивают. Тебе дают дизарм. Отменяю. Да, или дают дизарм, блядь, еще лучше. В дизарме ты не можешь ничего, блядь. Не можешь ни ШВ пожать, ни рефлект. Ты ничего, ты, блядь. А можешь спрыгнуть? На пулю тебе на звезду, блядь. Кно, не нажимайте кубы раньше времени, скажу я, когда нажимаю. Берете, вот, нажимаете левую, либо правую кнопку мыши, как вам удобно на босса, и смотрите, блядь, за его кастом. Увидите каст. Что-то там огненные вспышки, нажимаете куб. Думаю, ничего сложного. На пум на звезду отдать. Если чё, по ДБМу там примерное время, если что. Так что, блядь, когда ДБМ покажет, типа, лучше сразу не нажимайте. То же самое, блядь, на леди в ХМ-ке сам. Там то оно раньше, то оно позже по ДБМ. Не бывает, блядь, прям вот когда написано, блядь, 0 секунд. Не бывает в это время, ёмка. Сколько хожу? Сколько до каста? Там было первое откидывание каст, если не ошибаюсь. Всё вижу. Шаман, если ты меня слышишь, когда мы кубы нажмем, моментально даешь гера. Надеюсь, он меня слышит. Сейчас каст скоро должен быть. Стойте, ждите. Тут не, ну ладно, все равно, блять, кубы на позицию встаньте, стойте, ждите. Пока я на босса, стоим, смотрим на него. Какой он некрасивый. Сейчас скоро каст уже будет? 5 секунд. Ждите. Прожали. Прожали, держим. Гео, давай. Простите. Все, у вас есть минута 10, чтобы побить босса кубы при желании. Ну, я постою по ссылку. Сейчас, по-моему, уже после откидывания сразу же каст будет, если не ошибаюсь. Или это потом? Секунд 20 до каста, наверное. 15. Да, 15 секунд. Кубы на позицию встанете. Стойте, ждите. Ну да, сейчас откидывание каст будет, ждите. Ждите, ждите, ждите. Пожали. Держим до конца. Ну, кстати, опять этот баг.
куда Хпалу бегает, блять? Че мне делать их? Блять, сам прикол-то, что у нас, короче, по хилам три бревна, один Хпал. Хпал уйдет после этого босса, как он говорил. Чака скоро будет, кубы на позицию стоите. Главное, не в ебланте. 20 секунд. Не нажмите раньше, пока им на босс нажмите, стойте, ждите. Увидите каст, нажмете. Пять секунд. Ждем. Сейчас скоро каст должен быть. Пожалуйста. Держим. Все, добивайте босс. Сумочку по боешке я предупреждал. Сейчас остальное разравлю. Валим. Надо кому вообще? Видно надо. А звук появился, бля. Неплохо. Блять, я его не вижу, а вот. Крип лететь? О, там дракон выпал. У меня дракон есть, все разравлим. Да. Да, выключи. Дракончик паролем. Не, все, есть мне ничего не надо. Я вот забрал типа себе мешочек, так как он боешка. Ролиц. На офспек. Может, на распыл? Давайте на распыл. Надо кому? Понял. Валим. Отъезжай, он тебе нужен, что ли? У тебя разве не такой же? У меня такой же, но я на PvP паролил. Давай второму лучше поддам, посмотрим. Ну давай. Если ему надо. Мне же сам понимаешь, пушек надо море. Тебе нужна целкахм пушка. О, поехали, блять, поехали. 92. Не в 4. Максимальный ролл. 9 ролл, ебать. Сейчас. Выхал. Блять, надо было выролить и подать. Сука. 63 кинули. 92. 560. Гебрил. Блин, круто. Ольт. Почти с нуля будем рейд, да, собирать? 52. Скорее. Походу вообще с нуля будем собирать. Так, подожди. А я не могу отдать.